Красного Горинга Сергей Лунгуш, Новосибирская область. Синего Горинга Антон Ветров, Иркутская область. Готовится к продолжению боя Сергей Монгуш. Боксер 2002 года рождения. Боксом занимается 4 года. В ринге провел 36 боев и одержал 23 победы. Является победителем первенства Новосибирской области. Тренируется под руководством тренеров Мотькина, Суслина. Город Новосибирск, Новосибирская область. Второй раунд.
Синим углу ринга готовится к продолжению боя Антон Ветров, боксер 2001 года рождения. Боксом занимается 5 лет, кандидат в мастера спорта. Тренируется под руководством Рената Агаева Вячеслава Бельского, город Бирюсинск, Иркутская область. Зарин, третий раунд. Давай, давай, давай!
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Антон Ветров, Иркутская область.